Наша страна, согласно Конституции, светская. Светскость это подразумевает, что государство не вмешивается в религию. То есть каждый гражданин нашей страны, он вправе определять свою религию. Светскость это взаимодействие со всеми религиями в правовом поле. У нас страна живет в мире и согласии, это значит у нас большие успехи именно в религиозной сфере. Не было именно каких-то религиозных конфликтов. Заслуга как государственных органов, так и религиозных объединений. То есть это взаимосвязанная работа. Огромное спасибо нашим религиозным объединениям, которые, несмотря на пандемию, несмотря на ограничения в прошлом году, в этом году, относятся с пониманием.